«Голос Крыма». Традиционно в это время суток мы говорим о важных событиях, которые касаются полуострова и, соответственно, жителей Крыма. В нашей студии сегодня Борис Захаров, правозащитник, и представляет Украинский Хельсинский союз по правам человека. Здравствуйте, Борис. Ну и будем говорить мы, такая, наверное, очень самая основная новость этого дня для переселенцев. Это то, что Верховная Рада проголосовала законопроект, рассмотрела его, да, очень важный, номер 2166 по усилению гарантий соблюдения прав и свобод внутренне перемещенных лиц. Ну, давайте посмотрим, как это было, а потом вы расскажете, зачем он нужен и что он изменит. Законопроект 2166, який спрощує життя переселенцям, був внесений до парламенту ще в лютому. Однак кілька місяців лежав у комітетах і був прийнятий в першому читанні тільки влітку. Автори законопроекту кілька місяців домагалися включення документу до порядку денного. Проте щоразу чули різні причини відстрочок. Однією з них, за словами Григорія Немирі, наприклад, стало те, що зміст законопроекту не відповідає тематиці нинішнього пленарного тижня, яка присвячена лібералізації чинного законодавства для введення в країні безвізового режиму. Чи не буде одним з аргументів за або проти надання Україні безвізового режиму стан ситуації з внутрішньопереміщеними особами, яких вже більше 1,5 мільйона? На моє переконання, законодавче забезпечення, гарантія інтеграції, забезпечення прав внутрішньопереміщених осіб має пряме, безпосереднє відношення і до такого питання, як перспектива безвізового режиму для громадян України. Тому що внутрішньопереміщені особи – це громадяни України. Ще одним аргументом тривалого відстрочення прийняття законопроекту, за словами його авторів, було те, що документ не входить в пакет реформ, які необхідно провести в країні для євроінтеграції. Депутат Валерій Пацкан з цим не згоден, а ситуацію з відстрочкою прийняття законопроекту пов'язує з тим, що багато його колег по парламенту просто недооцінюють важливість спрощення процесу інтеграції переселенців в українське суспільство. Багато хто, на превеликий жаль, не розуміє проблема. Таки ніхто не може перенестися у світ тих людей і зрозуміти, що зараз їм необхідна, конче необхідна допомога. Якщо б ще уряд в ідеалі так відпрацьовував свої завдання, тоді я думаю, що проблематика вимушено переселених осіб в Україні поступово зникала. Законопроєкт 2166 розроблявся разом з громадськими експертами та покликаний значно спростити життя переселенцям. Тепер, щоб довести свій статус, їм не обов'язково потрібно буде мати відповідний штамп з реєстрацією в паспорті. А довідка переселенця стає безстроковою і її не потрібно підтверджувати штампом міграційної служби. Законопроект також зобов'язує Кабмін створити єдину базу даних внутрішньопереміщених осіб, щоб їм не доводилося більше доводити чиновникам свій статус. Ліквідація цих принизливих процедур і мінімізація бюрократичних зволікань вкрай важливі для забезпечення прав переселенців, відзначають правозахисники. З початком перемир'я і умовно люди, які повертаються на схід України, повертаються в Крим, часто вони це роблять не тільки через те, що там вже все добре. Часто вони повертаються саме через те, що вони не змогли реалізувати свої права на місці переселення. Ми повинні відноситися до них з деякою преференцією, надавати не тому, що ми хочемо дискримінувати всіх інших жителів країни, а тому, що, я вважаю, не можна покарати людей 10 разів за те, в чому вони не винні. Разом з тим, один закон 2166 не здатний кардинально змінити на краще життя переселенців. Для їх успішної інтеграції на нових місцях проживання необхідні і інші зміни. Напрацювання для законодавчої бази цих змін вже готові, однак вони продовжують лежати в комітетах парламенту. Вони рахували 5 нагальних законопроєктів, що стосуються прав і свобод внутрішньопереміщених осіб, які потребують підтримки парламенту, але, на превеликий жаль, не знаходять свого місця в робочому графіку Верховної Ради. Ці 5 документів стосуються нагальних проблем переселенців з Криму і зони АТО, реалізації їх прав на рівні з іншими громадянами України, у тому числі і майнових, які були порушені в результаті російської агресії.
І в нашій студії Борис Захаров, один із авторів законопроекту 2166. Борис, я выдам секрет небольшой, потому что во время того, как сюжет мы показываем зрителям, в студии проходит некоторое обсуждение. Вот по вашим словам, на самом деле то, что вот в этом законопроекте есть, оно было написано вами еще в апреле этого года. Ну, прошлого года, да. На самом деле началась вся эта история с марта еще месяца, когда только возникло внутреннее перемещение только из Крыма. И уже ожидалось с Донбасса, потому что там уже начали бить активистов. И первые активисты украинские выехали в Киев и Львов уже из Донбасса тоже. А опубликован на сайте Харьковской правозащитной группы первый законопроект был 15 апреля прошлого года. А дальше была большая очень борьба с государством за то, чтобы этот законопроект, какой-то хороший законопроект, mm-hmm. был принят парламентом. Сначала наш законопроект, он 2 месяца обговаривался в УВКБ ООН, в офисе омбудсмана, с партнерскими общественными организациями, обкатался, и в июне месяце он уже имел очень достойный вид. Если бы его тогда приняли, это был бы практически такой же, может быть, отличающийся формулировками, но очень близкий к тому, что приняли наконец-то сейчас. Но тогда был внесен другой законопроект, буквально вытащенный из-под стола. Потом мы обратились с общественностью к президенту, и он скористався правом вето. И после этого в администрации президента был разработан, опять-таки при участии общественных организаций, правозащитных организаций, был разработан закон про забезпечение прав и свобод внутренне перемещенных осіб, компромиссный достаточно, но тоже очень приличный. Международные организации его оценили как такой, который необходимо как можно быстрее принять. Он был принят 20 октября. Угу. Такая история. Но мы потом собрались с общественными активистами, с партнерами из общественных организаций и консультантом из УВКБ ООН, юристом Дмитрием Плечко в офисе «Крымсос». И право на захист, «Крымсос», «Востоксос», украинские Гельсинська спілка з прав людини, Альменда. Всі вместе розробили законопроект, який убирав ці компроміси. В чому заключались компроміси? Во-первых, в закон не попали иностранные граждане и лица без гражданства, которые имеют право постоянно проживать на территории Украины. Теперь такие лица без гражданства, иностранные граждане, могут быть внутренне перемещенными лицами и получать все те же самые права и поддержку государства, что и граждане Украины. Потому что много таких историй из жизни, на самом деле, когда супружеская пара, знакомый, он иностранец, у него видно жительство, он еще не успел получить гражданство. Угу. А она успела, она гражданка Украины. И она является внутренне перемещенным лицом. Нет. А он нет. Хотя он тоже потерял жилье. То же самое, абсолютно то же самое. Абсолютно. Более того, очень часто, что такие иностранцы, они приезжают, вкладывают деньги и теряют гораздо больше собственности, чем даже наши граждане. Поэтому, естественно, их права не соблюдены. А оформление? Бывшим законом. Угу. Но этим законом еще соблюдены. Действующим, да. И что, получается, иностранцы, соблюдены. Они на правах вот, украинцев, скажем так, могут получить с такой же процедурой статус ВПО? Да. Тут две процедуры предусмотрены. Это мы переходим ко второму вопросу. Угу. Потому что у меня есть, опять-таки, знакомые, и таких внутренне перемещенных лиц очень много. Это те, кто не был зарегистрирован на оккупированных территориях, но проживал там. К примеру, зарегистрирован в Винницкой области. Угу. Всю жизнь у бабушки, да? А всю жизнь жил в Крыму. Всю жизнь. У него там собственность, он там получил образование и так далее и тому подобное. Но не был зарегистрирован.
этот рудимент советской прописки надо убирать не только из этого закона, а вообще из очень многих законов. Он мешает людям голосовать. Именно это помешало внутренне перемещенным лицам получить право голоса в связи с законом о местных выборах. То есть вот рудимент прописки, им пронизано вообще все наше законодательство. На самом деле серьезно ограничивает права. А мы сделали две процедуры. Собственно, это было еще и в законопроекте Харьковской правозащитной группы, что если факт подтверждается регистрацией, сразу ясно, что человек проживал на оккупированных территориях, он моментально становится внутренне перемещенным лицом. То есть по чинному закону за один день ему оформляют. А если он должен предоставить доказательства, и у него в паспорте нет регистрации на оккупированных территориях, то он должен предоставить другие документы. И их будут рассматривать 15 дней. Но это все равно нормальная процедура, да, то есть это не это месяцами, процедура. Это расширенная процедура. Я имею в виду, что это не еще нормальный срок 15 дней. Да, конечно. Да? То есть 2 недели, это не в месяц, не несколько месяцев. В законе, в законопроекте ХПГ было 30 дней. Вот, и как так получилось, что, конечно, еще один больше момент. Года все это длилось, а сегодня депутаты проголосовали во втором чтении, да, правильно? Во втором чтении. Еще один момент, это справка внутренне перемещенного лица действует сейчас 6 месяцев. Потом надо ее перерегистрировать. Заново проходить все процедуры. Заново проходить процедуры. Это все бюрократизация и усложнение жизни переселенцев только. Поэтому этим законопроектом довідка выдается безстроково. Вона діє стільки, скільки діє внутрішнє переміщення. Это на самом деле тоже важно. Но почему вот именно сегодня депутаты проголосовали? Почему не раньше? И как так получилось договориться с парламентариями? Или договориться с президентом, чтобы он поговорил с парламентариями, чтобы наконец-то приняли? В данном случае, во-первых, этот законопроект внесен большой группой депутатов. Это Георгий Логвинский, Алена Шкрум, автор первого законопроекта, который потом дорабатывался в администрации президента, когда она еще была помощницей Ирины Геращенко. Григорий Немыря, глава комитета, сама Ирина Геращенко и Валерий Пацкан. И этот законопроект рассматривался в комитете с прав людини. Благодаря действиям активным Георгия Логвинского кабинет министров Украины схвалив этот законопроект. Это и Министерство юстиции. У Минфина были некоторые заперечения, но влияние Георгия Логвинского хватило на то, чтобы фракция Народный фронт и КМУ все-таки поддержали данный законопроект. И, собственно говоря, все основные фракции в парламенте поддержали. И Самопоміч, Батьківщина, БПП, Народный фронт. На комитете особых заперечень не висловлював навіть ОПОБЛОК. Я брав участь у засіданні комітету. Ну, значит, когда такие серьезные, немалоизвестные депутаты подают законопроект, больше шансов для того, чтобы за него проголосовали. А я им очень благодарен. Они много сделали для наших внутренне перемещенных лиц. К сожалению, сейчас я бы сказал, что это просто зразковый закон. То есть, претензий я думаю, что международный... Организации высоко оценят этот закон, принятый Украиной. Почему нам понадобилось 1.5 года на то, чтобы наконец-то принять, сначала 7 месяцев, чтобы принять неплохой закон, а потом 1.5 года, чтобы принять очень хороший закон? Ну, Грузии понадобилось, по-моему, 7 или 9 лет, я точно не помню, чтобы принять такой закон. В Молдове так и не был принят закон про внутренне перемещенных лиц. Значит, еще быстро. У меня тогда... По сравнению с другими постсоветскими странами, в России намного хуже закон о внутренне перемещенных лицах. Он не соответствует рекомендациям
международных организаций. Значит, стоило подождать, чтобы совершенный закон, по вашим словам, принять? Ну, лучше бы, конечно, приняли его год назад, потому что эту проблему, имея вот закон в таком виде, это бы облегчило уже огромное количество людей, проходили все эти регистрации, стояли в гигантских очередях и так далее и тому подобное. И их жизнь была уже осложнена процедурами. Ну, будем надеяться, что теперь, во-первых, им не надо будет проходить постоянно через каждые полгода эту перерегистрацию, что уже значительно облегчит их жизнь. То есть переселенцы, у которых уже есть на руках справка о том, что они внутренне перемещенные особы, им больше не нужно идти за этой справкой? Нет, или все. А что еще для них меняется? Или для них... Еще важная вещь меняется. Если они куда-то переехали, то сейчас постанова 79 кабинета министра Украины, их может ДМС. Оп, их нет на месте, значит, они не переселенцы, они уже уехали, и лишить пособия, лишить прав, лишить доведки, и все. Теперь дается 60 дней на законного отсутствия, скажем так. Это нормальная практика, когда людям даются соцвыплаты, даются какие-то права, то государство... И они могут вернуться на какое-то время даже домой? Да. Государство от них может требовать только, чтобы вы внутренне перемещенные лица, значит, вы живете тут, на звільненій территории или на территории подконтрольной Украине, и не выезжаете. Мы же вам даем, там, государство обязано дать жилье, к сожалению, оно нормально не справляется с этой задачей. Если бы вообще не волонтеры, то была бы гуманитарная катастрофа на самом деле. Но это важный момент. 60 дней дается для того, чтобы выехать все-таки на любую территорию материковой части Украины, не подконтрольную Украине? Или можно куда вернуться угодно. В Донецк, например? Можно вернуться в Симферополь? Можно поехать куда угодно на 60 дней, не предупреждая государство. Предупреждая государство, нужно, если больше едешь, там, надо полечиться за границей, да? Или человек решил отдохнуть, мало ли. За границу можно. За границу. Вот на 90 дней, к примеру, да, нужно предупредить, что ты будешь не 60 дней отсутствовать, а 90, и у тебя такие-то поважные причины. Это нормальная практика. Скажем, в Израиле те, кто на социальном обеспечении государства, имеют право выехать на 72 дня. После этого сначала вдвое урезаются соцвыплаты, потом вообще прекращаются. Считается, что он выехал за пределы, все, соцвыплаты ему не нужны. Он же уже не у нас живет. Все. Но через 72 дня. А тут 60. А между прочим, в некоторых странах и 60 дней. А беженцам меньше, Российской Федерации, вот из Украины, да, насколько я понимаю, они вообще не могут, в принципе, выезжать. Это из России. Нарушение свободы перемещения. Иначе не потеряют этот статус. Это нарушение свободы. Беженцы — это другое. Статус беженца — это другое. Ну, это я имею в виду о украинцах, которые уехали, да, как да, но это, беженцами Российской Федерации. С беженцами там другая история. А внутренне перемещенные лица — это такие же точно граждане, люди, наделенные такими же правами. Борис, мне интересно, вот закон, я думаю, не только мне, а на самом деле людям, которые и являются, и у них есть справка на руках о том, что они внутренне перемещенные лица, вот законопроект 2166, который во втором чтении уже проголосован Верховной Радой, он предусматривает ли какие-то финансовые и имущественные решения вопроса? Нет, это все остается на откуп Кабинета министра Украины. Единственное, мы, вот наша рабочая группа, «Право на захист», «Українська гельсінська спілка», «З прав людини», «Альменда», «Кримсос», «Востоксос». Мы заодно с этим законом 2166 внесли изменения и в постановы Кабмина 505 и 509. И это комплексно. Мы рекомендовали изменить эти постановления в соответствии с уже новым вот этим законом 2166. Теперь нам нужно доработать это дело вместе с исполнительной властью, с Кабинетом министра Украины, с Министерством социальной защиты, с ДМС, чтобы оно уже пошло в виде постанов, инструкций и так далее и тому подобное. Разгорелся спор по поводу того, как будут контролировать, как люди уезжают. Тут есть постанова КМУ, которая явно ограничивает свободу передвижения. С моей точки зрения, во всех нормальных странах это контролируется на границе. То есть внутри страны человек может перемещаться как хочет. Да, ну как же так? Как понять, где ему выделяется
выделяются деньги, а вдруг он их попросит еще в одном месте. Вот для этого существует электронный реестр. То, что он нормально не функционирует, это недолик нашей державы. Мы живем, в конце концов, в 21 веке. Уже середина второго десятилетия 21 века. Может, мы еще наскальной живописью займемся? Сколько можно бегать с карточками и бумажками между отделениями соцзахисту? И я, например, богатодетный батько. У меня родилась дочка в Киеве, а я зарегистрирован в Харькове. По закону мне, нам помощь полагается от государства только при рождении ребенка. Только на основании паспорта и свидетельства о рождении. Угу. Все. Но так же не получается, потому что нету никакого электронного реестра, где это все сразу видно. И мне говорят, вы прописаны в Харькове, тогда, пожалуйста, поедьте в Харьков, возьмите там справочку о том, что вы там не попросили помощь, и приедьте в Киев, и тогда мы вам дадим эту помощь. Да я должен купить билет на поезд, съездить в Харьков, прибежать, там постоять в очереди, получить справочку, купить билет на поезд, приехать назад и после этого прибежать в отделение. То же самое с внутренне перемещенными лицами. Абсолютно. Вот эту практику советскую надо ломать. Это совершенно никуда не годится. Я зарегистрировался, я хочу получить. Вот у меня там паспорт. Я пришел, посмотрели в реестре, все. Он первый раз к нам пришел, нигде он больше. Все видно, помощь все не попросил, все видно, когда все открыто. Выехал я за границу или пересек линию размежевания с Донецкой областью или административный кордон с Крымом. Я приехал, показал туда, я переселенец, наприклад. Показал паспорт, показал довідку переселенця. Они отметили сразу на этой административной границе в компьютере. Все должно быть компьютеризировано сразу. Так же, как я за границу выезжаю. Что я выехал, и все. У меня все, последний вопрос. У нас уже остается 30 секунд, когда это будет? Это мы должны спросить кабинет министра Украины. Я надеюсь, что это должно быть. Когда заработает законопроект? Законопроект? Когда он станет законом? И он еще должен быть подписан президентом. А потом еще должны быть разработаны подзаконные акты, о которых я как раз говорю. В новом году это уже случится? Я думаю, что реально не раньше Нового года. Ну, спасибо за то, что пришли к нам и рассказали о нововведениях. Будем ждать, когда подпишет президент и что будет с этим происходить дальше. Борис Захаров, правозащитник в нашей студии. Это был «Голос Крыма». Оставайтесь с нами. Дальше будет тоже много интересного. Спасибо. Всего доброго.